Это вы песню подсказали Цою «Группа крови»? Ну, это известный факт, но смысл его, конечно, я не думаю, что это так. Это импульс, может быть, какой-то был, но это нужно рассказать. Да, это интересно. Давай, с удовольствием. Ты же сам служил. Все какие-то вещи тащили из армии, да? Ну, знаешь, танки войска отличаются от твоих, да? Формы, да? В танковых войсках есть очень красивая форма, это комбинезоны, да? Да, да, шлемы. Они, шлемы не имеют значения, потому что комбинезоны и зимние, и летние, угу. Они очень красивые, потому что даже в то время это не было. Я много лет ходил, вот то, что стащил из армии, в комбинезонах, да. Даже кирзовые сапоги, в которые я дебильнулся, я был в колхозе, в Авгике, да. Потому что очень удобно. Кстати, с портянками все как положено. Да, потому что у нас был комбайн, и где Федя Мондарчук, Тигран Кисаян, я, мы все были на одном комбайне, и постоянно комбайн ломался. Я как танкист залезал вниз и чинил быстро, да? Потом я выяснил, что Федя, все эти блатные, блин, золотая молодежь, ломали специально. Я чуть им пиздал, потому что я их выкнул, да? Они же не знали, что... Что вы танкист. Нет, почему я такой ударник труда? Потому что я договорился с комбайнером и с водителем, который забирает эту херню. Они привозят водки. И мой интерес был дойти до конца поля. А они же не знали этого. Они все время, как золотая молодежь, все это ломали. Мажоры. Мажоры, да. Они думали, это каторга. Каторга. Так. После танковых войск. Да, естественно, мы доезжаем до конца до поля. До цементного завода. Этих дураков выгоняем и сразу. И сидим с местными жителями, бухаем, блин.